Когда я пришел в авиацию, как только я научился ползать и осмысленно смотреть в небо, я уже все время видел самолеты. С детства мечта о небе, она всегда была на первом месте. Всю жизнь об этом мечтал, а летать начал, вот, да, 6 лет назад. Робинсон 22-й, 44-й, там, Иравин 1, Иравин 2, Ми 2-й, Ми 24. Прошел весь курс обучения на еврокоптере 350-м. Как мне кажется, там, Робинсон 44, я чувствую лучше других. И для меня все-таки полеты на вертолете – это хобби. Без бизнеса я бы этим не смог заниматься. Это дорогое удовольствие, поэтому сначала работа, потом хобби. 5 лет назад купил маленький вертолет. Ну, как маленький, Робинсон. К нам в клуб, в Яхрому, пришел инструктор Сергей Друй. Давай попробуем спортом позаниматься. Я говорю, каким спортом? На вертолете. Посмотрел, как это происходит в Лисьей норе. Заслуженные мастера спорта Арбузов, Головкин. Я на них смотрел, мне казалось, как же они владеют здорово вертолетом и этими снарядами, ведром. Но казалось все как-то странно. Поэтому стал тренироваться. Хотелось быть похожим. Достижения все, которые мы достигли, они вот, ну, прежде всего, связаны с моими тренерами. Это Друй, Головкин, Арбузов. С экипажем, в котором мы летаем, это вот я как первый пилот и Олег Кладжукс как второй пилот. То есть там не один человек побеждает, там побеждает команда. Вот. Ну, пока... Самое большое наше достижение, что мы в этом году стали чемпионами России. Но сама, вот захватывает соревнование. Вот соревнуешься с прекрасными летчиками страны через вот, клуб, через общение с другими пилотами, через спорт. Я познакомился со многими очень интересными бизнесменами, которые точно так же, как и я, занимаются там спортом, либо полетами. И эти люди и мне помогают в бизнесе, я им помогаю. То есть у нас уже некая такая коллаборация людей, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Неважно, это ты терпишь беду в воздухе, либо в бизнесе. Мы друг другу помогаем. Робинсон как средство передвижения, как вертолет, как воздушное судно, оно обладает всеми теми же характеристиками, что и большой вертолет. То есть он удовлетворяет всем потребностям, которые ты можешь достигать на других машинах. Сейчас будем пролетать мимо одного из объектов нашей компании. Микрорайон Спасский мост. Около 100 тысяч квадратных метров жилья здесь будет благоустроенного. Вертолет – это вторая моя жизнь, которая сейчас очень активна. И я слабо себе представляю без него, чем я буду еще заниматься. Потому что мне с ним очень комфортно, очень удобно.